Дорогие друзья и гости канала, всем привет! Сегодня очередной обзор моих покупок с Валберис. Как вы уже поняли, я давно заказываю товары на этом маркетплейсе. Делюсь с вами своими интересными находками. И моя первая покупка на Валберис – это стильная фруктомница. Очень качественная, прочная. В ней можно хранить не только фрукты, но и печенье, конфеты и многое другое. Сталь не ржавеет при контакте с водой. Фруктомница устойчивая. И не только красивая, но и практичная. Она хорошо пропускает воздух. Подарок еще дают вот такую овощечистку. Я очень довольна покупкой фруктомницы. Она украсит интерьер в моем доме. Еще одна моя классная покупка – это сенсорный дозатор для жидкого мыла с USB-зарядкой. Я в восторге от этого дозатора. Он компактный, отлично впишется в любой интерьер. Можно просто поставить, а можно прикрепить на стену. Дозатор имеет 4 уровня дозировки пены. Бесконтактная подача мыла, что очень удобно. Большой объем контейнера 400 мл. Густое мыло нужно разбавлять 1 к 4. Таким дозатором очень легко пользоваться и взрослым, и детям. Следующая моя идеальная находка для кухни – это ёршик 3 в 1. Состоит из губки, которая подойдет для чистки бокалов, бутылочек, кружек и другой посуды. Еще одна губка идет в подарок. Также он состоит из силиконовой щеточки, которой можно мыть края посуды. А также еще входит узкий ёршик для труднодоступных мест. Такой ёршик идеален для мытья детской посуды, чайников и бокалов. Губка отлично пенится. Давно искала такую корзину для белья и купила на Валберис. Она очень вместительная, на 65 литров, с влагоотталкивающим покрытием. Материал лен и хлопок. Дно и верх корзины имеют усиление, так что она хорошо держит форму. Крепкие ручки из полиуретана. Выполнена в лаконичном стиле, очень модная и стильная. Я храню в ней белье, а также можно хранить игрушки и другие вещи. Очень удобная. Корзина очень красивая, качественная, классно смотрится в моем доме. Следующая моя покупка – это аромадиффузор ультразвуковой увлажнитель воздуха. В магазине представлен в 3 цветах. Очень стильный дизайн, бесшумный и компактный. Держит уровень влаги в воздухе в диапазоне, который подходит человеку для комфортного проживания в доме. Подходит для использования в отопительный сезон, жаркое лето и в помещениях с пониженной влажностью. Такая модель предусматривает добавление различных эфирных масел. Также я еще купила очень красивые ароматические свечи с ароматом кокоса и шоколада, апельсина и корицы. Свеча имеет деревянный фитиль и натуральный соевый воск. Полностью ручная работа. Такие свечи станут отличным украшением интерьера. Созданы для дома и уюта. Как декор в спальне, для ванной, для лоджии и дачи. Очень приятный аромат. Обладают эффектом антистресс. Подойдут для спа, для массажа. Послушайте, как трещит такая свеча с эффектом камина. Купила салфетку для любых гаджетов. Размер 20 на 15 сантиметров. Такая салфетка бережно удаляет загрязнения. Очень мягкая, приятная на ощупь. Тщательно полирует экран и не оставляет разводов. Салфетка двухсторонняя, из микрофибры. Мягкая ворсистая сторона уберет пыль и загрязнения. Ну а гладкая сторона не оставит разводов на поверхности.
Следующая моя покупка – это набор трусов «Слипы», 5 цветов, размерный ряд от 42 до 52, состав 95% хлопок и 5% спандекс. Хлопок премиального качества, гипоаллергенный. Комфортная посадка, резинки мягкие, очень удобные и приятные к телу. Ткань дышащая, хорошо тянутся, дышащая ластовица в тон. Хороший набор, мне очень понравился. Купила на Валберес очень красивую сумочку в оливковом цвете из премиальной эко-кожи. Довольно большая сумка в строгом классическом стиле. На замке имеется декоративная подвеска, которая придает ей маленькую изюминку. Сумка имеет 2 внешних отделения и 3 внутренних кармана, а также в комплекте идут 2 ремешка, короткий и длинный. Сумочка очень вместительная, базовая, модная и стильная. На этом буду заканчивать свой обзор. Всем большое спасибо за просмотр. Я думаю, что мой обзор оказался...